совершенно разнообразнейших музеев. И, конечно же, есть кинотеатры, есть театры, есть Королевская опера. Но первую строчку, конечно же, занимает Королевский драматический театр. Обратите внимание, с правой стороны потрясающе красивое здание. Кстати, в оформлении, в создании барельефа участвовал также Карл Виннес. Оно создавалось уже в начале 20-го столетия. И сейчас с левой стороны приготовьтесь посмотреть очень необычная городская скульптура. Между проезжей частью Островской парка стоят заграждения, как будто ведутся ремонтные работы, и мужчины вылазят из люка. Видите? Слева. По одной из версий это памятник шведскому водопроводчику. По второй версии это памятник известному комику Альфредсону, который веселил шведов, ну а шведы таким образом повеселились над ним. Еще одна замечательная скульптура с правой стороны.